Накануне в Когалымском музейно-выставочном центре состоялось торжественное открытие выставки «Партизаны Великой Победы». Работники музея подготовили интересные факты из фронтовой жизни и удивительные музейные экспонаты, которые хранят историю о героическом подвиге нашего народа. Приветственные слова произнесли почетные гости отец Сергий и помощник имама Ибрагим Ахмедов. Давайте будем помнить, вот замечательная выставка, как подспорье, для того, чтобы немножечко, конечно, вспомнить. Такие мероприятия, они служат для объединения нашей Родины, служат, чтобы мы вспоминали наших героев. Частью культурной программы стали песни 40-х годов. Особой атмосферой наполнился зал, когда все хором пели знаменитую «Катюшу». На выставке вы можете увидеть уникальные экспонаты, которые ранее не были представлены. В число таких экспонатов входят документы родственника одной из когалымчанок, например, воинская книжка, либо настоящий немецкий паспорт и многие другие экспонаты. Выставку можно посетить в период до 26 мая включительно. В музее также сейчас проводится патриотическая неделя. Ее можно посетить до 17 мая включительно. Все желающие смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и поучаствовать в познавательном квизе. Виктория Алексеенко, Максим Полозов, «Наши города».